Снимаю светёк, потому что я уже их запускала, и... нет. Я же не буду около домов это делать, понятное дело. Я хочу 3 звёздочки набить и пойти. Какого фильма? Baby, 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 ooh, like baby, 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 ooh, like baby, 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 yeah. О боже, Аня, соберись, они еще не готовы видеть тебя такую. Если друзья, типа, они нормально же мои заебы воспринимают. Не, нормальные подлокотники. Можно с ноги выбить, если надо. Не, они типа не двигаются и не мешают. Поняла? Они расположены именно так, что ну, они не являются помехой, понимаешь? Облокотиться вот так вот вообще, понял? Очень удобно. Фонарями, точнее, не шарами фонарей. Мы вышли на улицу на 5 минут, запустили, загадали желание. Такая история интересная, конечно. Пронзительная. Спасибо за агитацию.